Махай привет. Привет. Вы на канале Владик Гном. Что мы сегодня открываем? Влад, показывай. Это немецкие киндеры. Таких киндеров у нас в Украине нету. Сейчас посмотрим, что в них. Давай, Влад, старайся. Открывай. Нам папа помог. И мы сосредоточены. О, дегустация. Ну как, шоколад? Вкусно? Давай будем смотреть, что в капсуле. Давай открываем. Не, давай откроем сразу. Покажем, что за игрушка. Да, папа, помогай. Давай только показывай сразу. Ого, сколько деталек. Ого. Сейчас мы соберем и всем покажем. Так, у нас получился снегоход. Такой вот снегоход. Влад, покажи. Да. Красивый, зеленый. Зеленого у нас еще не было, у нас синий такой есть. Классно. Влад, открывай второе. Давай, сам. Вот так, старается. Зимний гном старается. Так. О, дегустация. Вкусно. Ну, давай будем смотреть, что там. Ладно, давай смотреть, какой подарочек. Да, папа поможет открыть нам. Мы пока снегоходом поиграемся. Что-то гному понравилось. Машинка. Конечно. А ну-ка покажи машинку ближе. Вот, поставь машинку, я ее сниму. Вот так красивая какая машинка. Ну, супер. Вот какая машинка попалась нам. Да, и снегоход, да. Влад, махай пока-пока. Махай, красиво. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте Владику лайки.